наверное, первого своего учителя начальных классов. Почему? Она была у нас доброй, отзывчивой, как вторая мама. Наверное, свою первую классную гвардейницу. Она была хорошей женщиной. И еще она, ну, меня многому научила, поэтому. Ну, наверное, своего первого классного руководителя. Мама и папа, они у меня преподавали. Учителя физики. Ну, садил он меня жестко, помнится, да. Какая проблема? Математицу. Злая. Не любила я ее. Мария Константиновна. Ей уже 75, где-то 76 лет. Она была добродушная, желательная, любимая. И всеми детьми вообще уважаемая. Мы ее всегда помним, всегда ждем и любим. Ивана Ивановича, математик. Учитель биологии. Это женщина, она очень хорошая в плане педагогики. Находит быстро общий язык с детьми и никогда не препятствует обучению. Первую учительницу, первая потому что. Своего директора, Лидию Васильевну, на хайп. Почему? Потому что она добросовестная была и хорошая. Учителя английского. Наверное, английского. Почему? Потому что я его все-таки так и не выучила. У меня несколько школьных учителей. Это и Галина Григорьевна, мой математик, и учитель русского языка Иван Иванович, и учитель химии Михаил Михайлович. В свое время это были очень хорошие учителя, многие сейчас живут, и даже некоторые продолжают учить, ну, скажем так, фактически уже внуков некоторых.